Здравствуйте. Какие картины краще триматы в квартире? Такой вопрос. Не нужно держать в квартире картины, на которых изображена буря, потому что в квартире постоянно будет буря. Также не стоит держать квартиры, на которых изображен водопад. Почему? Смоется все. Или муж, или деньги. Какие картины очень хорошо? Еда хорошо. Где очень много еды изображено? Очень хорошо цветы, но только красивые. Очень красивые картины там, где изображено три элемента. Это элемент власти, это гранат, это элемент денег, это лимон, это розы, элемент чистоты и верности. И орехи, это как трудолюбие, потенция. Также в чашечке что-то сладкое для сладкой жизни. Можно виноград. Ну, вы.